Книги для проекта «Читаем вслух» часто выбирают с привязкой к юбилеям или важным событиям. В этот раз в октябре исполнилось 100 лет со дня рождения поэта Николая Доризо. 85 лет назад в свет вышел роман Веры Кетлинской «Мужество». В этом году страна празднует еще одну памятную дату – 105-летие ВЛКСМ. Эти события послужили основой для выбора произведений, которые отражают важные вехи в истории России. На этот раз вслух читали саровские педагоги. Открывали и завершали мероприятие строчки из стихотворений Николая Доризо. Веселился он не кстати, и грустил совсем не кстати. Жил не так, любил не так. Между стихотворениями участники прочитали первые главы романа Веры Кетлинской «Мужество» о молодых строителях Комсомольска-на-Амуре. Яркие выразительные женские характеры, непростые судьбы, отзвук прошлой эпохи – все это погрузило и читателей, и слушателей в сюжетное повествование. Педагоги читали выразительно и смогли передать всю гамму чувств и эмоций. Он подхватил со злостью: «Мама, мама, ты не комсомолка, а маменькина дочь. Твоей любви грош цена. Ты все забудешь через месяц. Можно не сомневаться». Многие педагоги впервые открыли для себя роман «Мужество» и захотели узнать от начала до конца истории главных героев. Стихотворения также тронули участников проекта. Что-то пролистаю очередной раз, ну а книгу придется читать. Понравилось. А чем заинтересовал? Судьбой главных героев. Книга заинтересовала, потому что судьбы были на самом деле совершенно иные. Люди жили совершенно по-другому. Их не интересовали, но мещанские взгляды, деньги не интересовали, как сейчас. А там была цель у людей. Люди стремились к чему-то высокому. Я сегодня принимала участие первый раз в такой акции. Мы с учителями читали очень интересное произведение. Это очень волнительно. Я долго готовилась. Много репетировала перед семьей, но я надеюсь, что мое чтение этого произведения всем очень понравилось. Конечно, я очень хочу его прочитать дома, когда будет возможность и много свободного времени. Следующая встреча в рамках «Читаем вслух» пройдет 14 ноября. Ученики 10 классов почитают страницы книги Виктора Курочкина «На войне, как на войне». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.